Будь ласка, ваш коментар о матчі, який щойно завершився. Ну, гра вийшла бойовою, дуже хороша. В першому таймі ініціативу володіли господарі, в другому таймі десь у нас була перевага. Але ми, як завжди, пропускаємо дитячі голи. Після цих голів починаємо і грати, але, на жаль, сьогодні ми вже не змогли відігратися. То перший раз, коли ми не відігралися. Хороша нічийна гра, напевно, що більше було б закономірним результатом. Сергій Ніколаєвич, пожалуйста, ваш коментарі. Наверное, це був той случай, коли, прежде всего, важні очки були сьогодні. Ну да, наверное, я хочу извиниться за игру, которая сегодня была безобразная. Но сегодня нужен в первую очередь результат. Ребята очень сильно переживали за результат. Видно, волнение было на футбольном поле, вы это сами видели. Наверное, бывают такие игры, когда действительно результат выходит на первое место. Мы до этого играли вроде неплохо. И с Кремнем играли, хорошую игру показывали. И с Житомиром, там, особенно первый тайм. Но только хорошая игра результатов не добавляет. Поэтому сегодня... Скажем так, ребята молодцы, выполнили установку, проявили характер, выиграли. Ну, в первом тайме как-то ребята намного агрессивнее действовали. Во втором чисто подсознание решили по счету играть. Я еще раз говорю, у нас были такие игры. У нас с Альянсом мы первый тайм выигрывали 1-0, а потом не удерживали. Хотя опять бежали вперед, да, и пропускали мячи с Житомиром. Такая же самая ситуация. Поэтому у ребят в подсознании было, что все-таки надо сегодня заработать 3 очка. Кадровая ситуация, как в команде, наконец-то здорово все? Да нет, не наконец-то. У нас еще Терехов не восстановился, он после тяжелой травмы, мы его ждем. Есть еще ребята, которые не совсем здоровы. Ну, а так, в принципе, движемся в правильном направлении. Ребята многие выздоравливают, восстанавливаются, набирают форму. Спасибо большое.